Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Дорогие телезрители, добрый день! С вами телешоу «Телеактивно». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сакуева. Итак, мы рады представить вам сегодняшних игроков. И сегодня вместе с нами играют участники реалити-шоу «Арыга НВК СХ». И мы рады пригласить в эту студию первую команду. Это Айса, Клара Ючугяева и Людмила Федорова. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии. Проходите, пожалуйста, к тому диванчику. Скажите, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Наша команда называется «Розовые фламинго». Ну, так как мы все втроем сегодня пришли в розовом. Не сговариваясь. Не сговариваясь, да. И девиз? Мы команда «Просто класс», нас удача ждет всегда. Известная певица Айса, звезда якутской эстрады, признается, что у нее нет как такового хобби. Всю себя она отдает творчеству. Музыку просто обожает и постоянно окружает себя ею. Так, в машине она слушает Марайя Керри и Уитни Хьюстон, а подпевает во время уборки Кристине Агилера и Бритни Спирс. Пела Айса и на острове во время реалити-шоу «Арыга». Песни помогали скрасить нехитрый быт участников проекта и не думать о еде. Клара Ючугяева, руководитель агентства недвижимости, очень хотела попасть на проект «Арыга». Настолько сильно, что подавала свое резюме аж дважды. Прежде всего, чтобы испытать себя. А когда пришло сообщение, что она прошла кастинг, так обрадовалась, что собрала вещи буквально за 5 минут. Всего Людмила Федорова на проекте «Арыга» боялась задания с лодкой. Эстафету, где от одного берега нужно на скорость переплыть реку, забрать пассажира и вернуться на исходную точку. Людмила до этого никогда не плавала сама на лодке, поэтому пришлось учиться прямо на месте. И, надо отметить, команда неплохо справилась, учитывая, что их противниками были исключительно парни. А теперь давайте поприветствуем вторую команду. Это Гаврил Винокуров, Василий Сафронов и Авдей Тимофеев. Здравствуйте, ребята! Привет. Привет, девчонки! Привет. Скажите, вы с проекта, когда вот записывали проект, виделись друг с другом? Нет. После проекта? После проекта, да. Нет. Они в Музгане виделись, а с остальными нет. То есть, получается, увидели здесь, в нашей студии. Повод. Здорово. Потом дальше поедем. Новогодний корпоратив. Ребята, Авдей, Василий, говорил, как вы придумали, как вы назвали свою команду и какой девиз придумали. Готовы, да? Наше название. Три богатыря. Наш девиз. В бой идут богатыри. Всегда готовы победить. Жизнь Гаврила Винокурова после проекта «Арыга» повернулась к нему с любопытной стороны. Его пригласили стать ведущим телевизионного проекта НВК «Саха» «Ункюле». Гаврил Винокуров. Утюг я ганнан күндүкөр эшчилер. Булрин инкүлүрүм хагана долгуй будум агай билигин өсө хасам үттүгүл долгуйан турабын. Установщик натяжных потолков Василий Сафронов на проекте «Арыга» очень хотел выиграть главный приз – 200 тысяч рублей. Он был уверен в своих силах и думал, что будет легко, но, конечно, ошибался. Но самым сложным для Василия было это голодать. А еще наблюдать, как члены его команды соревнуются в задании «Лабиринт», где по жребию Василий не принимал участия, поэтому нервно переживал. Как помнят наши телезрители, перед началом проекта все участники выбирают три вещи, которые могут им понадобиться на острове. И Авдей Тимофеев, студент 4 курса Горного института СФУ, сначала выбрал нож, котелок и рыболовные сети. Но тогда бы он остался без одежды и палатки. Поэтому в конечном счете его выбор пал на последнее. Но, как назло, его палатка улетела во время сильного ветра. Но в целом Авдей не пожалел о своем выборе, потому что ночами было холодно. Очень рада вас видеть в этой студии. Еще раз всем здравствуйте. Присаживайтесь на диванчик. Ребята садятся на диванчик синего цвета. Мы начинаем основную игру. Четыре. Потенциально раз, вам нужно четыре. Будет говорить. Айса, теперь подходите к нам, выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Одну, да? Одну. Так, я вам помогу. Девочкам своим не показываем задание.
Так, говорить, вот, вам нужно словами объяснить вот это вот. Поехали. А, сладкое такое, ну, типа как конфеты. Шоколад? Нет, нет. Безе? Типа как... Турка, ладно, турка. Нет, 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 а, мандарин, но... Это апельсин? Как... Апельсин? Нет, нет. Грейпфрут? Слово похожее, как мандарин, но это конфеты. Мармелад? Да, да. Да, мармелад. Молодец. Так, ну, Айса, прежде чем сесть, вам нужно сделать 4 шага вперед. Ваша фишка красного цвета. Куда? Куда? Красного цвета. Вон она. Большая. Ага. И вот отсюда, да? Со старта. Мандакамака. И да. Это раз. Два. Это два. Нет, это два было, это три, вот вы сейчас три. И четыре. И четыре. Вот, да. Вот, все, поздравляем. Игра у нас стартовала. Мальчики продолжают. Гаврил бросает кубик. Три, два, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай. Пусть будет шесть. Если шесть, то вам шесть. Так, Гаврил, присаживайтесь. И вас ожидает задание стоп-кадр. Это что это? И реклама, то... Подожди. Это знаменитый фильм, да? Какой? Это известный фильм. Известный фильм. Так, окей. Питер, игра. Игра престолов. Начал. Так. Ты знаешь, да? Нет. А то я сериал, например, там очень мало смотрю. Хорошо, у вас нет ответа, и давайте посмотрим, как будут развиваться события с этого стоп-кадра и узнаем, каков же правильный ответ. А, это что? Мстители. Это Мстители. Ну, игра есть Скажи, игра, ваша фишка стоит на месте, а девушки продолжают, бросайте кубик. Кто у вас по очереди? Клара, да? Два. Раз, два. Пантомима. Подожди, раз, два. Да, это пантомима. Время. Сколько слов? Угу. Шесть слов. Угу. Шесть. Коробка. Угу. Ящик, чемодан. Коробка чемодан. Большой. Угу. Большая коробка. Большая коробка с одеждами. Угу. Багаж. Я кладу одежду в большую коробку. Одно слово. Первое слово. Первое слово. Что? Одно слово, говорит. Одно слово? Коробка. Сундук! Да! Два! Давайте, Василий. Опять шесть. Сейчас мы угадаем, он всегда попадет. Если вы угадаете, да, вы сравняете счет и станете вместе с командой красных. Вообще понятно же. Это новый сериал. Ага. Новый сериал. Про драконов. Про драконов. И он называется? И он называется... Кемера-кемера-дракон. Кемера-кемера-дракон. Дочь дракона. Дочь дракона. Дочь дракона. Игра престолов была в автобусе. Так, ваш ответ принят. Смотрим. Стены черного приюта, неприступные базальтовые скалы. Это дом дракона. Дочь. Это продолжение Игры престолов. А ты играешь не продолжение, как бы начало. Правильно тебе. Ваш был, да? Ответ мы не засчитываем. А если мы сказали бы «Игра престолов», это засчитали бы? Нет. Нет. Это тоже. Так, ваша фишка стоит на месте, а девушки продолжают игру. Айса, бросайте кубик. Истребитель. Избирайте тебя нахуй. Четыре. Раз, два, три. Рисовать. Вам нужно будет рисовать на этот раз. Время. Бесит это. Турудует. Посуда, тарелка. Нет, подождите. Говорить не надо. База. Ванна.
кактус? Да, да. Ванна. Ванна. Абсолютно верно. А если двигаете свою фишку, мы уберем это все. Так, двигайте свою фишку на 4 шага вперед. Раз, два, три, четыре. Так, три богатыря бросает кубик. Нужно сделать. Давайте пожелаем удачи. Два. Говорить словами. Время. Говорить можно. Так, говорить нужно. Три слова. Первое. Иду. Нет, говорить нужно. Я иду по парку и... Показывать не надо, надо говорить. Говорить нужно. Надо говорить. А, все, это... В центр поля? Ну вот, я иду... Как это может... Вот. Прогулка. Ага, прогулка. В лесу. Что я делаю? А, подожди, я же объясняю. Да. Иду я, что делаю? Кушаю. Ага, и теперь соединяем первое и второе слово. Подожди, кушаю что? Кашу. Время. Время. Ответ какой был? Прогулка после еды. Вы очень сложно и долго объясняли. Просто у вас много времени занято пантомимом. Нужно переключаться. Команда красных подключается к игре. Клара бросает кубик. Четыре. Раз, два, три, четыре. Рисовать. Рисовать вам нужно? Время. Это первое слово, да? Мандак. Ага. Дорога. Да. Не-не. Короче. Кота. Дом. Нет. Так. Говорить нельзя. Это второе. Заново нарисую, иди. Остается 20 секунд. Торопитесь. Короче, вот буди. Говорить не надо. Футбольная? Нет. Говорить нельзя. Просто говорите. Кивайте головой, либо наоборот. Ванда, показывать можно? Нет. Карман! Да. Карман. Время. Все уже. Время. Ответ какой был? Карман в жилете. На жилете. На жилете. Ну, мы слово одно угадали же. Не считается? 0,5. Карман в жилете. 0,5. Можно. Так, для жилета видно. Кидайте. Четыре. Раз, два. Говорить. Время. Поехали. Сколько слов? Три. Нет, четыре. Четыре. Почему? Почему? Так. Все почему? Говорите, говорите. Говорите словами. Короче, куханки не обидрил. Кинана. Понял, да? Короче, понял, брат. Подожди. Злодей. Не. Кушаю. Вы можете говорить. Говорить словами. Говорить словами. Короче, бурдука. На русском. Кушаю мучное. Нет. Мучное, да. Давай, братуха. 5 секунд. Проигрываем с собой. 3 секунды. Время. Да. Ответ какой? Кекс. Улетят в планки на воде. Пошли, ну-ка, дрожим. Это был кекс. Кекс. Да. Просто кекс. Это при чем? 3 секунды. Какую цифру хотели бы? 4 слова нет. 6. Ну, почему? 6 это значит 2 задания, да? Время, поехали. Ключ, ключи, дверь. Ключ. Ключ от всех дверей. Забыл, потерял ключи. Потерял. Забыл. Ключи, ключи от дома забыла. Ключи от дома. Забыл ключи от дома. Ключи от дома забыла. Забыла ключи от дома. Ты забыла ключи от дома. Я забыла ключи от дома. Забыть ключи от дома. Ключи от дома. Закрыть. Забыть. Закрыть дом. Положить в карман. Или дома. Ключи положить в карман. Ключи положить в карман.
5 секунд! Внутри дома ключи! Внутри дома закрылась. 1-0. Ключ какой? Ответ какой? Ключ, ключи забытые дома. Ключи забытые дома. Дома. Ну, нет, практически нет, же. Нет, ну да, нет. Вы были очень рядом, но нужно именно слово в слово угадать. Это фишка. Так что... Забытые дома. Так, бросайте. Шестеро. Пятеро. Три. Три. Пантомима. Пантомима. Ваши любимые кольца. Поехали. Обувь. Без ноги. Карлик нос. Карлик нос. Гном, семь, гном. Гном, да. Тролль, эльф. Гномы. Гномы, да? Слово правильное, да. Только по-другому, да. Без ноги тролль, да. Хоббит, да. Хоббит, да. Есть же ноги. Хоббит, гном. Властелин колец. Ходячий гном. Сколько слов покажи? Рататуй, Айс. Четыре слов. Четыре буквы? Буквы, да. Т. Первое слово. Гном. 5 секунд. Ходит. Семеро гномов. Все время. Говорил, какой правильный ответ. Лилипуты. На арене цирка, да? На арене цирка. На арене цирка. Да-да-да. Лилипуты. Гномы или... Ну, это сложное задание, да. И в 45 секунд уложиться нереально, мне кажется. Но игра есть игра. Команда красных продолжает. Это кто придумывает? Ее. Позовите его. Надо разобраться. Пусть сам поиграет. Два. Так, два. Раз, два. Пантомима. Время. Ружье. Автомат. Автомат. Стрелять. Это глагол? Заводи. Охотиться. Охотник. 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 Два шага вперед. Так, два шага вперед. Ну, это полковый пока. Ну, как рандомно. Иногда у них словосочетания тоже были. Так, Гаврил очень недоволен исходом игры. Возьмите кубик. Подуйте. Как каналы. На удачу. Каналы. Подуй. Тупо. Удача. Так. Что такое? Пантерима. Пантерима. Без слов, а. Да. Давай. Пока не идет. Время, уже идет. Девушка. Не-не. Говорите. Не блондинка. Футбол. Футбол. Блондинка. Сколько слов? Сколько слов? Пальцами покажешь. Сколько слов? Мне букв, слов. А, дурак. Да что скупала-то? Слов тебе. Все, окей, давай. Первое какое слово? Автограф, автограф. Автограф футболиста. Говорить нельзя, говорить нельзя. Автограф звезды. Автограф знаменитости. Автограф... Да-да-да. Да! Да! Автограф знаменитости. Три! Ура! Удивительно, мы угадали. Так, девушки, продолжайте игру. Я хочу напомнить, что если у вас цифра покажет больше, чем три шага, значит, нужно выполнить сразу два задания. Два задания. Шесть! Так, первое задание – это пантомима. Время? Одно. Диван, кресло. Ванна? Ванна. Лежать. Ванна какая-то трава. Шезлонг. Это шезлонг. Ага, угадали. 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 Еще одно задание. Еще второе задание. Нет, присаживайтесь. Правильно все? Теперь стоп-кадр. Отвечаете все. Теперь стоп-кадр. Нужно угадать, откуда это. На кону победа, девочки. Так что давайте пожелаем удачи. Бросовок, Ильян. Общий план видно. Америка, Индия. Слава, где американский флаг стоит? А, ну я поняла. Не знаю даже. Вообще не нет. Так, вариантов нет. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в этом стоп-кадре, и вы угадаете. Сериал. Отдать
ни подростков, ни богатых. Я только что подумала, это новый, наверное, сериал, но, в принципе, это известный сериал. Она еще пока не известная же, вроде бы. Это новый, но уже одна из самых знаменитых сериалов. Я подумала про этот сериал. По двум косичкам можно угадать, что речь идет о сериале «Wednesday». К сожалению, ваша фишка стоит на месте, и у ребят все, снова да? есть шанс. Шанс подвели. Шесть. Конечно, с плагом наверное. Да, да. Я Пять, два, три, четыре, пять. Это музыкальный видеовопрос. Присаживайтесь. Музыкальный видеовопрос. Девочки узнали. Виктор Цой. Да. Я это абсолютно верно. Пять шагов вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько? Ребята уже догоняют девочек. Три. Шесть. Ну давайте. Посмотрим. Два. Голосование. Давай. Карточку тоже Ася выбирает для начала. Потом говори. Поехали, что ли? Сколько слов? Три слова. Говорить не надо. Я не знаю. Круг-то. Нет, это не круг, нет. Это нет, это я не знаю. Живое, да? В общем... 45 секунд. Где экран? Моллюски. Маня, таймер. Нет, подождите. А таймер? Земля! Нет, не земля. Не говори. Говорить не надо, говорить, Ася. Так. Чуть-чуть осталось. Вы молодцы. Чё, Ася, давай. 5 секунд остается. Все. Я не нарисую. Чё там? Ответ какой? Кормление диких животных. Кормление диких животных. Задания у нас могут быть очень простыми и очень непростыми. Так, говорил, бросайте. Ну, как я это нарисую? 6. Давай. Как боулинг. Айка. 4. Раз, два, три. 4. Пантомима. Время, поехали. Футболист. Футбол. Да, футбол. За 5 секунд. Так, и говорили, что тут же, да? Движение идет в ту сторону. Раз, два, три, четыре. Так, девочки, смотрите, как складывается. Так, говорил уже, поставьте фишку. Все, давайте. Один. Говорить. Поехали. Сколько слов? Два слова. Новорожденный малыш, ребенок. По-другому. Младенец. Да. Младенец. Ага. Можно рассказать? Какие слова? Второе слово. Первое слово. Милый. Милый. Красивый. А говорим. Милый, красивый. Да. Еще много слов надо перебрать. Милый. Так. Как красивый, маленький, красивый, младенец. Нет, красивый, да, именно хороший, превосходный, типа, превосходный, на, да, на это, прекрасный, на этой букве начинается эти, прелестный младенец. Двигайте вашу фишку красного цвета. Один шаг вперед. 4. Пантомима. Поехали. Убираешь? Нет. Задыхаться. Лекарство. Нет. Говорить нельзя. Воду. Нет. Не говори. Вот так сказывай. Кашляешь. Болеешь. Лекарство. Суп. Больной. Бульон. Не. Больной, да. Человек болеешь. Что-то пьешь. А первое слово это, да? Что ты пьешь? Ага. Воду пьешь. Да. Сироп. Ага, второе слово. Сироп. Сироп.
Это резина. Почти. Сироп. Сироп, резина, сироп натягивает. Натягивает. По-другому. Сироп, сейчас. Сироп. Все, все, время, время. Тягучий, да? Да, тягучий сироп. Да, тягучий сироп. Нет, ну вы на самом деле правильно показывают. Очень интересно. Дюшатора, пантомимая. Пантомимая, бисарайка. Что ли? Пантомима и все. Поехали. Бананда. Фрукты. Фрукты. Овощи и фрукты. Фруктовый сок. Фруктовый салат. Девочки, пожалуйста, фишку можете все вместе. Шага вперед. Да. И убираете. Раз, два. Победителем сегодняшней игры становится команда девочек «Розовая фламинго». Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока!